Традиционно губернатор поздравил всех земляков с Днем народного единства. Уважаемые жители Тверской области, сегодня наша страна отмечает День народного единства. Этот праздник установлен в честь исторической победы народного ополчения над польско-литовскими захватчиками в начале 17 века. Более 4 веков назад люди разных сословий, от князей до крестьян, встали на защиту родной земли, проявив единство и поставив превыше всего спасение родного отечества. Самоотверженность, патриотизм, искренняя вера позволили нашему народу 4 ноября 1612 года освободить Москву, отстоять государственность России, сохранить православные и национальные традиции. Мы гордимся тем, что жители Тверской земли внесли свой вклад в победу над захватчиками в сражениях под Торопцем, Торжком, Тверью и Колязином. В память о ратном и духовном подвиге всех сословий в нашей стране был установлен первый церковно-государственный праздник в честь Казанской иконы Божьей Матери, с которой народное ополчение освободило Москву. Вот и сегодня наша сплоченность и преданность отчизне остаются надежной опорой в развитии России. Желаю вам успехов в труде на благо нашей Родины, здоровья, счастья и благополучия. С праздником, с Днем народного единства!